Друзья, я провожу конкурс, где будет 8 победителей, а первое место получит видеокарту 2080 Ti за 80 тысяч рублей. Для участия нужно будет просто подписаться на мои соцсети и репостнуть сообщение. Подробности в описании. Сегодня будет очень необычный ролик, но не переживайте, остальную неделю будут более привычные видео, да еще и по новым картам. Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус, и я пулеметчик, который бегает, сейчас всех расстреляет. Ну, либо сам отдастся тут. Тут пока не... Я еще не решил. Итак, я впервые играю за пулеметчика, не знаю, что тут надо делать. Бегу на помощь союзникам, они уже тут огребают под вражеским огнем. И сейчас я расстреляю... Блин, что-то щит вообще жесткий. Щит что, вообще все дефает, что ли? Видимо, да, о, кроме каких-то гранат. Офигеть, да я в него, блин, в очередь целую всадил. Какого черта? Ну все, мы его зажали, тут должны убить, по идее. Только у меня хп мало, блин, меня убили. Что происходит? У меня экран вращается. А, это головокружение, когда у тебя реально кружится голова. Ёшкин кот, зрителям же это смотреть как-то. Ай-яй-яй-яй. А вот же враг. Или это союзник, я ничего не понял. Ребята, башка кружится. Что такое? Еще иллюзии какие-то бегают. Я не пил. Здесь кто-то был, нет? Тебя ЛСД гранаты попали. Скорее всего. Это у медиков есть такая штука. Галлюцинации там все. Я, короче, стараюсь. Я выбрал пулеметчика. Пулеметчик сильная специальность. Мерсер сзади там пытался зайти. Я его это с ножа пырнул. О, я же китарик ножом в итоге... Да я не знаю, я что-то пулеметчик мне бесполезен. Я то с форс килл, то с форс. Мне нравится моя команда. Блин, да я Мерсера убил сначала, видимо, меня чем-то подожгли. Ай, корни! Ой, страшно. А где враги? А кто остался из наших вообще? А, щит 700 урона дефает. О, меня резнули. Яндекс остался. Это с форс. Так вот я не Володя взял, меня резнул. У нас теперь 4 на 2, лол, у нас прям сильная команда. Шикитарик не ведет своих мурлоков к успеху. Видимо. Подойди к медику, то сколько. Я уже сдох, куда их вести должен. А что-то я Кинарий стоит сдохший. А он что-то. Блин, он притворился АФК, короче, у меня какие-то экзистенциальные споры внутри были, а он взял и развернулся, начал меня стрелять. Ой, я хп теряю, медик. Ой, это турель, лол. Нифига тут турель да, поставил. Ну турель дорогая, там 180. А, это враг, оказывается? Ёп, РСТ. Чё, мы типа все там отдадимся? Валите, валите его. О, вот, Тусфорс вообще. А, у меня 30 кп. Я что-то меня убивать. Тусфорс чуть не убил. Red Team Wins, фух, ёп. Я что-то ничего не понял, но турель жесткая. А где турель? Давайте потом поменяемся местами, красная и синяя команда, и вы посмотрите, как здесь. Так, я оператор, хорошо. Так, я оператор. Короче, авиаудар не очень, если что, очень долго падает, я уже пробовал. Там 290 маны стоит. Так, что я могу сделать? А, продать. Не очень авиаудар, продать. Ну, он, короче, там такой круг, его видно, блин, и от него 5 секунд с него можно уйти, ага. Блин. Бинок у вас. Вот, центр забомбили. Чего? Оператор стоит, когда... Ничего не понял, ага. Короче? Лучше не юзать скиллы, это лишнее. Лерой! Что-то центр прям бомбят. Ну, ой, ой, а что-то на мне какой-то прицел, мне страшно. Я не хочу так жить. А, офигеть. Я так понимаю, я типа берсеркану. В атаку! Ай-яй-яй, мне по голове дали. О, блин. Типа берсерка сдох за секунду. А эйрстрайк надо стоять, что ли? Или он... Он просто долго кидается. А, я стоял на месте послушно. Я считал, что спел ченнелинг, короче. Блин, да турели вы ставите, это писец, конечно. Ну вы нас нападаете, мы ставим, что там делать? Или у меня турель тоже... Так, о, медик, медик. Медник. Ну, гранаты, ой, блин, зря меня воскресили. А, это тоже типа вызов артиллерии получается, это одно о. И то же, короче.
Блин, меня убили. Короче, что-то мы как-то отдаемся. Я не понял. А у кого турели? Я хочу турель поставить. Ну, они покупаются в магазине на базе. За 180 голды. 170 да. голды. А, ну да. Ну, в центре можно тоже купить. Ой, Яндекс.Борд что-то там с бочками развлекается, баррикады строит. Блин, а можно как-нибудь просто камеру передвигать, или только она за тобой бегает? Я так понял, нельзя. Ну все, патроны кончились, Яндекс. Яндекс застроился баррикадами там, лол. Хотя там купить можно патроны. А, ну, ладно. Черт, его сверху обстреляли. Причем, да, причем обстреляли вот тем ударом, которым я не умел пользоваться. Сильные пацаны. Счет 3-1 тем временем. Так, я буду медиком. А как медиков воскрешает? Не знаю, там, наверное, мана какая-то, нет. Так. Так, а что за очки? Угу. Как-то получается, что мы постоянно к вам на базу ломимся. Так, чаем не кидаемся там, ребят, все хорошо. Тусфорс уже кого-то убил, офигеть. Понимаешь, у вас больше вижена, вообще неудобно играть с этой верхней стороны. Имба вообще. Вообще не понимаю. Вообще ну, имба. Это правда, блин, ну я разменялся. А, блин, я уже отдался. Офигеть, медик. Ну я турель поставил, и она... Ай, она ничего не сделала, ну почти убили врага, вроде убили. Да, что-то так себе. Ой-ой-ой, здесь аирстрайк какой-то. Причем что-то чел не вышел почему-то из аирстрайка. Тудыщ, ух ты. Ой, еще один аирстрайк. Ой-ой-ой, борщ. Борща завалило тоже. Борис, давай, вся надежда на тебя. Берсеркер. Ножом его? Но. Ножом второго ножом, Борис, давай. А где там нож? Просто изи, нож на Ешке. А где он, блин? Они друг друга убили, лол. Борис вообще чемпион мира по байту. Ну их еще двое осталось. Ну. Борис, ты убил двоих, осталось еще двое. Фигня вообще. Это запах победы. О! А ну-ка. Да, Борис, я думал... А почему не работает этот берсерк штука? Она 500 хп должна давать. У меня все равно ваншот. Фигня какая-то. Странно. А кто с берсеркером? Это сейчас Рикон. У него дробовик, если что, осторожно. Ага, да ладно. То есть, типа, то есть только вблизи. Да, да. Я к чуваку там в этот вплотную подошел и его вообще вынесло. Но это случайно произошло. Так, о, конопля, купить. Хватит там заниматься. Крис Момент Спид, ну это же, ну... Так, а почему я медикал, здрасте? Ладно. Видимо, что осталось, то дали. Опять, тихо-тихо-тихо. Этого анимешника. Все. Ой, гранаты меня попали. Ой-ой-ой. Изи, дабл килл с ножа. А, блин. А как тут, как воскрешать медиком-то? Воскресите меня, Борис, воскреси меня. А как, блин? Я не понимаю, как. Трав. А, это купить надо, это, наверное, купить надо, у меня нету. А нож только у медика или что? Я понять не могу, у меня вот нет ножа. Ну, не только у медика. Почти у всех вроде есть. Опа, конопля, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Во, в итоге чё? Да, я покурил перед... Зря покурил перед битвой. У нас на передней линии бегает снайпер и стреляет по своим. Что-то не так вообще происходит с нашей командой. Снайпер, так. Что-то я не могу выбрать класс. А, вот, я могу выбрать класс. Ладно, медик. А где хилялка, восстанавливалка? Что-то непонятно, если честно. Я тут понятия не знаю. Денег нету. О, а тут деньги можно скидывать? Давайте я кому-нибудь дам деньги, а то что-то плохо реализую. Так вот, темп временно резурект, вон морфи есть. Ну да, но только он ничего не делает, не показал. А это на мне авиаудар имеется в виду или что? Ой, это враг! Ёк, красота. Что это? Граната. Вот тут вот враг есть. Ой-ой-ой. Сзади нас есть враг, Тусфорс. Давай его загасим. Вон, видишь, давай, стреляет. Давай. Ой, угу. Ой, аирстрайк на нас.
О, все, я убил этого, кто сзади был. Ого, Борис опасный. Я Снайпер там, сзади. Что-то выстрелил. Был. Да. Короче, себя похилял. Меня похилял бы. А где ты? Давай. Я рядом, рядом. Есть. О, спасибо. Я просто шмаляю. Я прям полезный. Огонь! Своим. Я в труп кину ЛСД-гранату. Чтобы он повеселился напоследок. Че, Борис, хильнуть тебя? Хотя лучше хильну себя лучше. О, я там в кого-то, по-моему, грант попал. Это точно. Даже воскресить некого, блин. Так неинтересно. Медик какая-то имба. Он вообще безостановочно может всех хилять. Это проклятая граната, как жить-то? Да, о, отойди, отойди от гранаты! А, это чужой, лоу. Ладно. А вроде все, всех убили, нет? Один еще где-то. Вон там еще вот он остался. Вон он, где я кидаю, он, по-моему, где-то здесь. А, да, один остался. Вон он, вон он. В кустах. Сейчас ЛСД граната его повеселит. Да все, все, он уже умер. Ну вот, блин. Я только в трупы, я трупы обкидываю ЛСД гранаты. Чем вы... Блин, а снайпер ничего такой, кстати. Рекомендую, короче, к употреблению, так сказать. Возьму снайпера. А чё получается? А. Ага, Крис Вижн. Си-4, а ну. Давай, заложи. Под тебя. Так. Чё забрали? Я не Володя со щитом. О, там бегает в невидимости, а рядом с тобой, Вадим, вниз ушел, вниз, невидимый такой. Ой, вот он, наверху тут. Да я вижу. Что-то вообще этот режим какой-то безумный, да я писец. А вот он. О, он с меня с ножа, смертник под вами, внизу он бегает. Вот, вот ниже, ниже. Блин, еще. Меня шкатарик убил. Он в инвизе вон бегает, сейчас медик убьет. Вот я убил, слушай. Офигеть, а за кого он играет с инвизером? Сталкер, что ли, какой-то? Там оператор. Есть, да, такой оператор. Сталкер, да, сталкер. Сталкер, понимаешь, сталкер, да. Ну, его, на самом деле, модельку было видно довольно сильно. Ого, команда что голубых видно? Победила. Этот C4, если что, можно юзать. То есть, ну, оно, короче, его закладываешь, а потом этот, ну, контролишь его, типа, нажимаешь кнопку взорвать, и он взрывает. Так, давайте я вам чуть денег дам, а то что-то этот, я не знаю. Ну, только не мне, потому что я вообще к работе. Да не, только... Борис, только ой, не мне. Но... Я тулсфорсу. Я да, отдам... блин, все мне. Все отдам тулсфорсу. Я уже закупился. Мне уже поздновато отдавать. Ну, на следующий раунд. Раунд? Давайте эту высотку займем, вот эту вот. Я хочу, чтобы ты занял ее. Так. Маза убил. А! Да ну! Как он неудачно прилетел-то. Да писец. Блин, у меня денег 700 голды. Я что-то бегал, пытался его ножом пырнуть, а он убегал. Справа, если что, очень много. Справа там двое или трое были. Ой, внизу там кто-то пытается что-то сделать. Ага, тролль кого-то валит, смотрите там. Да-да-да. Валит. Эй, а Борис свой, ёпрсты. А, это... Эй, я мертв, я мертв. А, это не ты был, ёпрсты? Угу. А это Кинарий. Да иглу, я ж пырнул. О, все, зарезал. Лоу, я тоже пырнул, не успел второй раз. А, с второго раза. Так там не с первого раза, как бы, по идее, должно быть. Там 200 уровня. Ножами тут балуетесь. То слушай, похиль, Вадима. Так я не медик, я этот. А, Марин. Да, я понял. Наконец-таки. 2-0. А, опять мы вдвоем остались. Ой, один маньяк, блин, запилой. Я двоих. Я не понял, как нож действует. Там надо просто нажать или там в радиусе, да, просто нажимаешь. А перед тобой, по-моему. Там дохленький радиус, да. Нет, там в радиусе просто только тебя. Блин, забрали. Вы можете покупать бронежилет, например, вот, кевларовый. Турель ставить, что-то такое. Ну, я вот запарился. Сейчас я попытаюсь немножечко покрысить. Короче, стрелять я не умею, но могу нажимать на кнопку Е. Будем использовать те, в общем-то, скиллы, которые у меня есть. А, лол. А, чё меня за...
Смертник, как меня убил, смертник? Что за бред? Что-то я не добил чувака. Он на нашей половине поля, когда я просто шел, как он мог меня убить? А, это вот невидимая хрень, понятно. А, блин, меня Джон Джилла завалил, у него 26 хп, убейте его! Ай, лоу, нифига себе. Жесть, всю нашу команду положили, что такое? А как за секунду просто, какие-то авиаудары очень жесткие. 0-4. А я пока авиаудары купить, что за авиаудары вообще? Так это у оператора. А, оператор. Жесть какая-то, ребята, блин, я одного убил, одного оставил 26 хп, и что-то же... А панда что делает? Я тоже кого-то подстрелил чуть. Тарт. Понятно, короче. А, дает неуязвимость на 2,5 секунды, лол. Жесть какая. А чё мы раньше не использовали панду? О, блин. О! Смертник в инвизе бегает, уродец, вот здесь, сзади. Яндекс, давай! Гаси его. Ножом! Что-нибудь. А, он уже, блин, пипец вообще. Что-то смертник реально как смертник бегает и всех ножом в упор режет. Прям как я хотел. Вот гадина. А, да, господи, да что такое это, блин? Что-то Джуманджилос вообще поднял с колен наших врагов. Ну, понял, такое? Как играть, да. Пипец. 6-5. Видимо, сталкера имба или что? Блин, я панду не купил. Ай, где турель? А, он один раз может быть, да, использован? Блин, меня смертник завалил, но я его тоже прыгнул. У смертника 100 хп, вот здесь вот он. Вот здесь вот он, вот здесь смертник. 100 хп у него, добейте, гада. Не знаю где, я просто шмальнул чуть куда-то. А вон, вот на возвышенности кто-то бегает. Вот. А Джуманджилос, гаси щитом. Ура, Тусфорс чемпион. Вот здесь же смертник бегал, Тусфорс, рядом с тобой. Так, что-то тут. Блин, да что ж такое меня. Вон он! Тосфорс тебе в спину сейчас бежит! В спину бежит! Ура! Чемпион вообще! Тосфорс, не кашляй, все хорошо. Давайте добейте Кинария! Еее! Успех! 2-0, ура! Мы выиграли! Просто. Короче, я так понял, у меня больше пользы, если я сдохну и буду подсказывать. Ну, у них-то голоса нет, да. Я тут просто сливаюсь, а там авиаударушки Талика. Я затупил сильно, на самом деле. Я под свой авиаудар подставился. Ну тут вард поставили. Оператор, блин, что-то наш оператор только варды ставит. Не убивает авиаударами, как... Авиаудары, там маны нужно 300. Ну да, но если ты ставишь варды, получается ты... Сбоку кто-то заходит, да? Авиаудар один за раунд, что ли? Ёпперсто. Да, один за раунд, там уже так и написано. О! Блин. Сколько врагов! Нет, я хочу жить! Блин, пиздец, тут килограммы врагов. Но зато Джума тоже убили. А, Шакитарик убил Джуманджилос, нормально! Забайчено! Блин, грамотная поставленная турель, вообще пипец. О! Тусфорс, нет! Так я зарезал, я прыгнул его, блин. Эх. Блин, 7-6! 7-6, ребята! Фух ты, ёшкин кот, а чё панду мы не юзаем? Надо юзать панду, но я просто не успеваю. Так. Тут надо. Так, я Кинария зарезал. Лол. Я тоже кого-то. Фух. А я стрелял труп Шакитарика пулями. Да я не видел, что там кто-то кидает. Я думал, это свои кидают. О, 4-1. Один только остался. Борис убил Бориса. А я не понял, на как у меня пошел сдух. Ой, эрстрайк тут, эрстрайк. А где? Кого мы тут обстреливаем-то? Он на этом, на возвышенности, там, да, где турель. Там турелька. Я сейчас там себя взорвешь. Ой, там инвиз, в инвизе он бегает.
смертик, вон вниз побежал. Вижу, вижу. А, ну я его пырнул ножом, у него 100 хп. 150, он панду заюзал. А, я не заюзал панду опять, чертов смертик! Блин, ну че я не заюзал смертик панду? Вот там. 1-1 Яндекс. Сейчас я взорвёшься. Он сверху, а, не, это я там такой. Это я там такой. Вот он здесь! Справа. Офигеть! Просто смертник лучший. Офигеть! Смертник, хватит, пощади нас! Жесть, там вообще. Сталкер имба, все взяли сталкера. Сталкера взяли? Я опять купил панду, типа, в надежде, что я ее заюзаю, видимо. Сами себя бомбите. Ну вот, Мерсер убил уже. Вон они там бегают. Так, это возможно. Что за бред? Понимал. О, я убил смертника. Я еще и пули попал. Все, я главную имбу зарезал. Яндекс, не кидай тут. А, блин, я не успел второй раз нажать. Я забайтил. Блин, я альт постоянно нажимаю, альт не помогает. Ух. Черт, я всю ману сжег, ну баст. Кинари убил. А где враги вообще? Ну, я еще одного убил. Один остался. Индикаторы здоровья не помогают. А, черт. Так, у нас... А, у нас все сталкеры. Блин, страшно. Ой, что-то снайпер на мне. А, это пушка. Да, это то, что это пушка просто. Ну, панда, она лечит, типа. Ее вот просто можно в центре затаривать. Мы что-то как в фильме ужасов разбрелись, короче. Сейчас нас всех... Ну, одного уже джум завалил. Ага, этот, он короче, справа. Где вот эта турель под ней? Под ней справа. Я пикнул вроде бы. Я в корни попал, ёшкин кот. Ну, джун хилится. Давай, джун. Надо тут трапу поставить, оп. Да блин, турель задолбал. Давай, может, турель как-то убьем. Как? Не, надо стоять. О, у меня патроны кончились. Ну, сбег за патронами. Так, они такие пистолетные. Угу. Они на самом деле там все одинаковые, то есть. Не просто что-то против брони, что-то не для брони. Блин, а где он ныкается-то? А тут шотган есть? Ничего себе. Что-то мои гранаты всегда не долетают. Джум, будешь тянуть, я скажу, где ты. А Джум, кстати, во всех картах тянет, походу. Ну, раз не стреляет, значит, ее нету уже. Значит, мы уже сломали. Ну, турель, да, вы сломали. Нет, у меня эти патроны, которые я купил, они не подходят, кстати. А там написано же, какие подходят, какие нет. Блин, я теперь, получается, буду без патрон. Так, а что, денег нет? Нет. Ну ладно, я продам. Продай, купи нужный. А вот он, вот он, нашел... он идет. Ай! Он меня убил! Джум, трова режь трова! Фух. Пипец, вообще, не, он не... только смертник может так. Так, 8-7. Че, пулеметчик, пацаны, всем пулеметчик. А панду я забыл купить, блин. Не, ну панда имба какая-то вообще. Но это, блин, для тех, у кого есть третья рука, чтобы тыкать, блин, эти. Ой, там в инвизе кто-то бегает.
Я убил смертника. Ого. Ну все, они... Еще там кто-то в инвизе бегает. Где? О, где-то бегал. Все, а, вон он там. Повыше убежал уже. Ой, так трапа и гранат он меня хорошо раздамажил. Но я смертника уже убил, так что... Шакитарик, убил Шакитарик, молодец. Неплохо, неплохо. Граната тупая, просто... Я вроде бы вне радиуса был, но она как-то меня цепанула. Не знаю, как это происходит вообще. Ого! Да, мощная эта штука. Оказывается, вот в чем фишка пулеметчика. Ну, у тебя просто и выстрелов много. Это я дымовуху кинул тебе. Да не, просто меня раздамажили тут. Я ж закашлялся. Ай, Кинарий меня убил. А где он? Ага, где он? Видел меня. Вон он. Там на, повыше. Он там в кустах сидит снайпером. Блин, меня Мерсер убил. Вон вниз. Яндекс за ним бегает. И Кинарий его убил. Офигеть, что-то мы как дурачки бегаем, блин. На самом деле, почему так получается? Потому что они... О, меня воскресили. Да, у нас медик. Я просто не ожидал, я просто не очень полезный, поэтому, типа, я ждал, что кого-то... Вот в инвизе, попали в него сейчас. Бежит вниз. Да, я вижу. В кустике зашел. Левее бежит уже, оббегает, он не останавливается. У него 30 хп, 40 хп. Вот тут. О, все. Отлично, Борис убил его. А все? Все. Фух, ёпрсты. Ну что, 10-я победа сейчас должна быть, нет? Ну ладно, сталкером быть напоследок. Ты что, самая полезная роль от меня? Давайте купим пант побольше. И что, нельзя больше пант покупать? Ну ладно. Так. Так, смертник там что-то вызвал. Мерсер забороли, хорошо. Блин, меня Джуман Джиллес убил, но сейчас вот... А, он сдох. А, он сам себя убил. Джуман Джиллес троих убил, в том числе и себя. Вот это скилл. Яндекс отгоняет бедного шкитарика. Яндекс, давай, стреляй. 3-1. 3-1. Там трое, если что, на бугре. А меня воскресили еще. О, бесполезный, бесполезный в бой. Просто изи. Почему я не могу наверх? Сейчас взорвешься. Меня стреляют в легкую. Наплевать, мы выиграли уже. Как это работает? Ну, скиллс. О, больше всего смертей, да. Мост бесполезность. Этот, я выиграл в категории лес смысл. Жесть какая-то. Так, а что там? Ну, я 10 убил, так же, как и Кинарий. Мерсер 7, Яндекс 5. Ну, хотя это всего... Тосфорс 25. А, Тосфорс, кстати, даже смертника обошел, офигеть. Тогда я там вырезал. Ну что ж, друзья, всем пока.